YouTube, всем огромный привет! В этот раз на Эдика Адамяна сделаем с вами обзор. Снимают урожай, то бишь виноград. И главная идея – сок и чача, ребят. Чача. Эдик обмолвился еще чуть-чуть раньше, не в последнем своем видеовлоге, говорил: «У Гульнас свой сок, а у меня свой». Понятное дело, что, конечно же, из винограда здесь критиковать не за что. Люди делают и чачу, и вино, сам Бог велел. Итак, хотела с вами поделиться своими наблюдениями. Помнится, все мы вместе, в большинстве своем, да, зрители, говорили, вот зачем они едут в этот Ставропольский край, вот зачем им этот дом, вот лучше бы поехали в Уфу. Я была первая, которая говорила так. Вот в Уфу, туда к Валере, я думала о детях, о девчонках. Большой город, мегаполис, девочкам после окончания школы будет где учиться, и дети будут жить дома, и дальше получать образование, как удобно, замечательно. Ну почему? Ну вот зачем им ехать в этот Ставропольский край? Нужно в город, поближе, туда, в цивилизацию, ребят. Сейчас вижу и понимаю, люди, человеки, вот эта семья, семья Адамян, они на своем месте. Вот они там, где нужно. Это их уголок. Они очень комфортно себя чувствуют конкретно в деревне, в селе. Что Гульнас? Вы, кстати, тоже многие писали об этом. Что Гульнас, что Эдик, они сельские люди. Я сейчас не разделяю, не пишите такого. Вот городские, значит, умные, цивилизованные, современные, классные, а сельские все жлобы тупорылые. Нет, девочки, мальчики, я не об этом. Вот Эдик, я так поняла сейчас, что он стремился именно в село. И домики он, будучи еще в Белебее, присматривал точно не в городе. Ему нужно село, вот то, что попроще. А почему? А Гульнас, кстати, точно такая же. Их не прельщает город. Ну, не дотягивают они до города. Ну, не дотягивают. Им там некомфортно. Они как не в своей тарелке. Вспомните, как Эдик ездил в Уфу. Он все время брал своего друга, потому что даже в городе передвигаться сам не может. Для него везде проблемы. Если город, если много транспорта, много людей, какие-то для него непонятные магазины, он теряется, он начинает нервничать, его все выбивает из колеи, он сильно быстро устает. И Гульнас то же самое, ребят, она некомфортно себя чувствует, она не городской житель. Вот наконец-то до меня дошло, почему они выбрали село. И им все равно было, какое село? Ставропольский край, вот Эдику было не все равно. Я понимаю, он сюда переехал вот только ради своих этих братьев, много мужиков, гоп-компания. Вот правильно Ира говорила, мы уже озвучивали это, да, что все выходные, шашлык, машлык, чача, застолье, отце Эдичка любить, отце ему можно, пока можно. Здоровье, кстати, тоже нужно беречь и не забывать о здоровье. Так вот, Эдика я понимаю, ну а Гульнас, что Гульнас, куда иголка, туда и нитка. Она ж безропотно выполняет все желания Эдика. Ребят, давайте будем за них пытаться хотя бы радоваться, потому что действительно, вот в городе это не их место. Смотрю сейчас на них в этом видеовлоге. Вот эти вот одежки на них, вот это опять шапочка на голове у Гульнас. Мы все задавались вопросом, зачем она одевает эти шапки, да почему, да молодая женщина. Ребят, да не почему, просто село. И все, чтобы волосы не сыпались, натянула, что под руку попалось. Потом платок бабушке старенькой повязала, просто чтобы не сыпались волосы, как мне видится вся ситуация. И ей абсолютно все равно, как она выглядит, в какой там она олимпийке, стеклянная эта олимпийка, или Эдика футболка, какая-то тенниска там. Вот натянула и натянула, штаны какие-то, в которых она дома, потом поехала в больницу, потом они поехали по магазинам в одном и том же.
Ой, не потому что нет возможности купить. Конечно же, есть, и деньги у них есть, прибыль хорошая с Ютуба, потому что село, и плевать они хотели. Вы, кстати, много раз мне писали и правильно тоже размышляли. Я вас тогда мысленно была с вами и поддерживала. Вы писали: Анжелика, посмотри на родителей Гульнас, на маму ее посмотри. Вот как была у себя там на окраине села, вокруг степи и степи, села в машину и с Эдиком поехала по магазинам. Все так же красиво, да, одета. Сельские люди, они особо не заморачиваются или им некогда, потому что работы очень много в селе, да, они не уделяют внимания, прошу прощения, там особенно, чтобы там своему внешнему виду. Хотя Гульнас, живя в Белебее, и еще раз повторю, я много раз говорила, она выглядела очень хорошо. И мне она визуально очень нравится. Вы там критикуете, там спорите со мной. Я же, девочки, высказываю сугубо свое мнение. Мне она очень нравится. Она мне очень симпатична. Ну вот попала под пятку к Эдику. Поэтому и живет по его законам. Поэтому и выглядит так, и быт они так ведут. Вот так вот все у них и настроено. Бежали от башкирских погод, от башкирского холода, дождей, слякоти, снега и мороза с ветрами и приехали на юга. И что мы видим? Гульнас говорит, что вот там дома в Башкирии бабье лето, тепло, солнышко, благодать. Она созванивается со своими родственниками. А здесь что? А здесь уже какую неделю моросит дождь. Вот эта ненавистная погода мне лично. Лучше было бы холодно, пусть бы был мороз, ребят, но только не моросящий вот этот мерзкий дождь, который может затянуться на недели, что мы с вами и наблюдаем в данный момент. Кстати, поделюсь с вами, два слова скажу, потому что очень много лет мы живем в Португалии, и там есть, вот начинается, кстати, я вижу зрителей, они пишут очень редко, но все-таки пишут из Португалии, да, подтвердят, когда начинается сезон дождей, ребят, это осень, зима до весны. Может такое быть, особенно в горах. Одно время когда-то мы жили, Муштеро, было село такое, у Андрея моего был просто контракт, нужно было заказ выполнить, его пригласили за очень приличные деньги выполнить какой-то там заказ. И мы согласились, мы переехали. Ребят, 4 месяца проживания в селе, в горах. Дом был очень хорош, со всеми коммуникациями, с ремонтом, все замечательно, прекрасно. Такой балкон над скалой, над обрывом, виды разворачивались. Мы когда приехали, я несколько дней наслаждалась, вот эти вот горы, сосны, красотень просто, глаз оторвать нельзя. Но со временем это начинает надоедать. Людей в округе нет. Где-то в горах там один домик, там один домик, здесь наш домик. Это можно сойти с ума, но я не об этом. И когда начинается этот ужаснейший сезон дождей, моросит и льет и моросит, и не перестает ни на минутку, ни на полчасика, днем и ночью, неделя за неделей, месяц за месяцем, можно взвыть, просто сойти с ума. Вот я вижу, Гульнас тоже без настроения говорит, как надоел этот моросящий дождь. Он не прекращается. Уже какое видео я наблюдаю, постоянно вот эта вот слякоть, эта мерзкая погода, пасмурно, солнца нет, ну вот тебе и юга. И читаю комментарии, зрители там пишут, да-да, вот из тех краев, да, Ставрополье, а у нас такая вся зима, с чем мы вас и поздравляем. Люди от нас убегают, уезжают в другие края, а вы сюда приехали, так вот, наслаждайтесь. Ну вот они и наслаждаются. Итак, собрали урожай винограда, частично, только совсем малую часть его, и решили сделать сок, там из жмыха чачу будет делать Эдик. Думаю, братья его научат, помогут ему. И начиталось в комментариях. Я, ребята, с этими делами абсолютно никак не связана. Никогда я не делала виноградный сок. Не было у нас столько где-то там винограда. Когда-то у бабушки с дедушкой было, ну, на покушать. Да, арочка такая с винограда висела. Он, мы там клевали детьми. Но никогда никакие соки, вина, чачи, этого всего никто ничего не делал. Поэтому мне было очень интересно посмотреть и узнать.
Оказывается, всю Гульнас с Эдиком делали неправильно, пишут так зрители в комментариях. Они добавили туда сахара, чего не нужно было делать. Виноград и так слишком сладкий, не нужно. Сделали просто сироп. Да еще начали его варить. Конечно же, очень много витамин просто погибли там. Купи, пишет в комментариях Гульнас, очень много людей, купи соковыжималку или эту соковарку, вернее. Будет тебе счастье. Засыпаешь чистый виноград и получаешь уже в стерилизованную баночку, подставляешь сок, струйкой течет, берешь и просто закрываешь крышечки и все. Не нужно делать столько много работы, не нужно столько грязной посуды, вот это стоять, вот это чавкать, давить это все руками. Это все лишний труд и не нужно, за ненадобностью. Сейчас цивилизованный мир ушел далеко вперед, и все работы намного легче выполняются и переложили на значит, машины, да, какие-то приспособления, хотела сказать макины. В Португалии на любое какое-то техническое устройство, там вплоть до фен, да, мясорубка, у них все это обзывается одним словом макина. Вот понимай, как хочешь. По привычке, ребят. Чуть не ляпнула такое слово. Так вот, технике доверься, хотела я сказать, и будет тебе счастье. Но они проделали большую работу, Гульнас там все это давила. Эдик зарисовался только в первых кадрах, да. Нужно было же себя презентовать. Вот я стою, вот я делаю, хузяин такой. А потом ему это все очень быстро надоело, и он пошел заниматься своим прожектором, свет во дворе делать. Ребят, ну и, конечно же, вы верно пишете и справедливо, когда опять и снова, и уже в какой раз в комментариях звучат ваши переживания про собачку Шарика. На бетоне. Собака на бетоне. Будки, вы пишете, так и нет, а ее нет и не будет. Эдик сказал, делать не будет. Вот та коробка страшная, которая это не будка, это какая-то коробка стоит. Вот то он считает за будку. Самое большое, что они удосужились сделать, это взять картонную коробочку, сказал, постелил туда пенопласт и тряпочкой сверху застелили. Вот он Шарику поставил, довольствуйся, и думает, что вот за это его зрители все будут прям хвалить и петь оды в его адрес. Я считаю, это издевательство животного. Ночи холодные. Понятно, что морозов нет, но это живое существо. Вот я как-то по-другому отношусь к живности. Они же тоже живые, они теплокровные, такие, как и люди. Им тоже холодно, так же, как и нам. А ну-ка возьми, вот приляг на бетон, да, любой человек, ночью. Полежи, комфортно тебе, удобно, уютно спать. И вот эти вот все реплики, так это собака, она дворовая, она привычная. Она непривычная, она вынуждена жить в таких условиях. Такие условия создал ей человек. Она ничего изменить не может, сама собака. Всех вас призываю, будьте добрее к животным, к собакам, кошечкам. Пожалуйста, обращайте внимание и носите в сумочке, уже который раз говорю, горстку любого корма. Или хотя бы окраюшек хлеба для собаки, потому что бездомных животных очень много. Я еще, ребят, как-то надеюсь, может быть, еще октябрь впереди, да, мы все вместе общими усилиями, вот зрителей, особенно Эдика, я призываю, достучимся до его сердца. А может быть, достучимся до девчонок Милены и Элинки, которые любят животных, как мне показалось, и когда потерялась Мурочка, сбежала, говорил Анзор, что Элина так плакала, но хоть кто-нибудь в этой семье, обратите внимание на собаку, но ты же ездишь, Эдик, тратишь свое время и на шашлыки, и по магазинам, ну потрать какие-то 3-4 часа времени, ну сделай теплую будку, ну что тебе стоит, вот что тебе стоит, сделай теплое жилье для собаки. Ой, ребятки, ни на что не надеясь, все-таки продолжаю мечтать и фантазировать. Всем пока, до вечернего обзора.